Городское предприятие содержания городских территорий вывезло 3 брошенных, разукомплектованных автомобиля, расположенных на улицах Черняховского, Громова и Адмирала Юмашева. По, как правило, многочисленным обращениям граждан проводится работа по выявлению транспортных средств, которые носят признаки разукомплектованности и брошенности. В большинстве случаев машины попадают под признаки разукомплектованности и брошенности, если они разукомплектованы, то есть они не имеют конструктивных частей кузова, не имеют стекол, не имеют элементов кузова, бампер, спущенные колеса. Свидетельство о длительном неиспользовании – это плотная грязь на стекле, на машине, наличие возможной растительности, которая произрастает уже на самом или через кузовы, какие-то конструктивные элементы машины. Спущенные колеса, отсутствие двигателя. Владельцам дается практически месяц на устранение дефектов или добровольную уборку своего авто. Если этого не происходит, машину увозят на специальную стоянку. А у владельца автомобиля с этого дня будет 6 месяцев, чтобы забрать его. Однако придется заплатить за работу по эвакуации. Брошенный транспорт, который годами простаивает, он не только не эстетично смотрится на территории проживания наших граждан, он несет непосредственную угрозу, потому что превращается в склад, склад для легковоспламеняемых, для взрывоопасных предметов. В таких машинах начинают собираться дети. Эти машины могут самовоспламениться, принести угрозу жизни и здоровью. Эти машины мешают проезду, в том числе проезду оперативной техники к нашим домам. Информация о брошенных автомобилях поступает от жителей города. На заседание специально созданной комиссии, которая признает машины разукомплектованными, в прошлом месяце было подано несколько десятков объектов. Из них выделили 14. Теперь всех их ждет эвакуация. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.